Публичную порку руководителям администрации Чернышковского района устроили на заседании коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области. Поводом тому послужили неутешительные для местных чиновников итоги проверки исполнения бюджета района за 2013 и текущие годы, проведенные аудиторами совместно с областным Минфином. Бюджет района за 2013 год не исполнен по расходам почти на 46 миллионов рублей, что составляет больше 10% от общего объема запланированных расходов. Завышение доходов районного бюджета привело к неисполнению района принятых бюджетных обязательств, образованию кредиторской задолженности. Плохие дела в Чернышковском районе из газификации сел. Но не столько из-за сложностей с финансированием, а ввиду отсутствия должного контроля за качеством выполняемых работ. Так проверка показала, что сразу на 4 объектах с отклонением от проекта были сооружены или вовсе отсутствуют опорные стойки для газопровода. По нашему мнению, существует угроза разрушения отдельных элементов конструкции, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Объем работ завышен на 711 тысяч рублей. При этом заметим, что по всем объектам газификации, по которым выявлены нарушения, был проведен технический и авторский надзор общей стоимостью почти 300 тысяч рублей. А вот объем выполненных работ по газификации почему-то оказался завышен почти на 700 тысяч рублей. Но мы договорились о том, что все-таки это приписка, да? Подписанный объем работ, это не завышение, подписанный объем работ, а фактически нет. Это правда? Сразу же в министерстве мы доложили об этом. И... в министерстве мы тоже должны. То есть вы с этим, вы слово говорите правда, это же правда. Все-таки это правда. Правда в том, что да, здесь имеются нарушения. Присутствовавшая на заседании коллегии КСП депутат облдумы Татьяна Цебезова адресовала в адрес чиновников райадминистрации за их работу самые нелестные эпитеты. Считаю, что вот на примере Чернышковского района можно серьезный анализ проводить об упущенных возможностях. Земля в Чернышковском районе работает практически на 100%. Предприятия сельскохозяйственные очень мощные. Так в чем же дело-то? С чем не повезло-то Чернышковскому? Ну вот я хочу сказать, вот только с властью, если честно. Газификация, да, 700 тысяч приписок. Вы их вернули? Вот уже задавал аудитор вопрос. Нет, вы не вернули. Вы в прокуратуру не обратились. Значит, это могло бы социальную напряженность снизить, кредиторскую задолженность снизить. Итогом обсуждения и самой аудиторской проверки стал длинный перечень рекомендаций правительству области. В частности, многочисленные нарушения реализации программы газификации в Чернышковском районе, по словам председателя КСП Игоря Дьяченко, должны стать предметом рассмотрения в областной прокуратуре.